Началась масштабная проверка уровня физической подготовки личного авиационного состава войсковой части 63019 Чкаловского аэродрома. В универсальном спортивном комплексе Подмосковья более 200 человек сдадут нормативы по быстроте, силе, выносливости и военно-прикладным навыкам. Отжимания, подтягивания, челночный бег, бег на большие дистанции, ВИС – все упражнения выполняются поэтапно. Результаты фиксируются в специальных бланках. На их основании и будет присваиваться квалификационный уровень. А для тренировки выносливости бойцы проходят специальное испытание – бег в полном обмундировании с оружием на дистанции 800 метров. Испокон веков воин должен быть крепко слажен, здоров, координирован. Для летчика это очень важно. Не только у нас есть еще наземный состав, для них это тоже важно, потому что они также выполняют работы на земле, которые где-то нужна физическая подготовка, где-то шустрость и ловкость для того, чтобы там своевременно четко подготовить авиационную технику. Опытные боевые летчики, ветераны, участники СВО, локальных конфликтов. Все они не понаслышке знают, насколько важна хорошая физическая форма. Бывали случаи даже на специальной военной операции, когда экипаж, который был поражен средствами, избит. И то именно физическая подготовка, готовность преодолевать большие препятствия за короткое время помогали людям выносить товарищей и самим спасать свои жизни. Подобные проверки проводятся раз в полгода и длятся в течение месяца. Их должны пройти как те военнослужащие, которые сейчас на боевых заданиях, так и те, которые в отпуске. За выполнение высшего квалификационного уровня летчику полагается материальное вознаграждение в размере 70% от оклада. Приятный бонус за отличную физическую форму. Анна Наприенко, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.